На своем канале я создаю новый раздел «Пластилиновый мир». В нем я буду рассказывать о том, как я и мой брат в детстве коллекционировали и делали солдатиков. Это были необычные солдатики, большинство из них были в виде животных и людей, персонажей различных мультфильмов и фильмов. Они объединялись в государства и города, ведущие между собой войны и торговлю. Это был необычный мир, созданный нами в школьные годы, когда не было интернета, и о мобильных телефонов с видеокамерами еще никто даже не мечтал. Основным источником информации были книги и фильмы по телевизору. В детстве мы не могли снять фото и видео, у нас были тетради, и мы вели свою летопись развития нашего пластилинового мира. Первые записи были крайне малоинформативными, но постепенно мы учились правильно излагать свои мысли и чувства, рисовать карты и схемы битв и так далее. Повзрослев, мы захотели зафиксировать на фото и видео наших солдатиков. Качество видео не всегда хорошее, монтаж порой плох. Спустя 13 лет от съемок этих видео, мне захотелось поделиться со всеми вами этими записями, которые мы делали исключительно для себя. Поэтому порой видео будут не совсем понятны вам или даже скучны. Я постараюсь их немного разбавить комментариями и пояснениями, также дополнительными видео-вставками. Посмотрев эти фильмы, вы сможете увидеть, как шло развитие мысли у детей при создании своего мира игр. Вы воочию увидите, как из неказистых фигурок шло развитие до создания целых армий солдатиков со своей иерархией, военной формой, тактикой боя и правилами проведения битв. Надеюсь, вам всем будет интересно. Пишите комментарии, отвечу всем. Основную тематику своего канала, а именно военно-историческое моделирование и военные игры, я буду продвигать и дальше, так что ждите новые видео. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал.